Но Туркменистан очень специфичная страна, и которая отличается своим особым радикализмом на постсоветском пространстве. Верховенство закона не означает верховенство права. Поэтому, несмотря на то, что есть у нас 43-я статья в Конституции, которая гарантирует свободные собрания, митинги, демонстрации, и даже есть положение, что об организации ПРН, на самом деле это абсолютно невозможно, никогда не было и быть не может до настоящего времени, с тех пор, как было создано туркменское государство, независимое. Единственный случай, когда вот человек обратился, значит, разрешить ему провести собрание 18-19 февраля, это было в 2004 году, был такой Гурбан Дурды Дурдукулиев, он год назад умер, так? Он обратился к Ниязову и попросил, чтобы провести двухдневную, значит, демонстрацию на площади Балканабада. Его тут же взяли, забрали, значит, он 2 года был принудительно содержался в психиатрической больнице. И только после того, как сенаторы, конгрессмены США обратились к президенту, чтобы отпустить на свободу человека, томящегося людей только за попытку воспользоваться правом на свободу слова, после этого его отпустили. Естественно, в тех случаях, когда это абсолютно невозможно, но социально-бытовые условия окружают население Туркменистана и доводят до состояния, когда эти социальные взрывы неизбежны. Вот, например, год назад в Ташаузе и, значит, в Дарганата там прошли вот спонтанные взрывы. Женщины возмутились и вышли вот к этим детским садам, к этим главам городов и сказали, как вы можете повышать, значит, цены на плату за детские сады, когда у нас не повысили зарплаты и так далее. Закончилось массовым избиением женщин. В Дарганата, после того, как расправились с этими женщинами, смывали кровь с улицы вот эти вот машины, которые, значит, водовозы специальные. Вот. Власти не допускают никаких собраний, тем более митингов. Все Туркменистан обязан соблюдать нормы своего законодательства и гарантировать людям право на свободные собрания, митинги и демонстрации.